Начать свой день с танца в компании аниматора в костюме – это хорошая задумка. Чтобы ее осуществить, достаточно прийти в Видновский центральный парк на детскую развлекательную программу, которая называется «Мультитанцульки». Пропустить такое мероприятие невозможно, так как его проводят каждую пятницу с 11 утра. Кроме танцев, в течение дня для маленьких гостей организуют игры и творческие конкурсы. Родители считают такое времяпрепровождение полезным для детей. Нам очень нравится, ребенок двигается, учится двигаться. Причем с самых маленького возраста, мы, наверное, с года полтора уже ходим сюда. И она с большим удовольствием бежит сюда потанцевать, подвигаться, с ребятами вместе пообщаться. Сейчас в самом разгаре летние каникулы, поэтому у ребят много свободного времени, чтобы провести его весело и незабываемо. Это развлекательное мероприятие может подарить детям хорошее настроение. Можно потанцевать, повеселиться. Приходите со своими детьми в следующую пятницу в Центральный парк к 11 утра и получите массу положительных эмоций. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.